планируют ли вырубить тополя в парке 4-й школы? Первый на сегодня вопрос задала Наталья Берестенко. Нет, это как бы не планируется, полностью их невозможно вырубить, это же деревья, то есть мы не можем сами взять вот и решить, что нам они не нужны, для этого нужно разрешение. Мы обрезаем деревья и, соответственно, вырубаем, если это возможно, потому что как бы навредить деревьям тоже нельзя, то есть это проводится вот либо в осенний, либо в весенний период. Каким образом, кроме как по телефону, можно передать показания в ДЭК, спросил Михаил Романюк. Это самое удобное, это СМС. Отправка СМС на номер, который указан в квитанции, это отправка, воспользовавшись сайтом, отправка электронного сообщения о передаче показаний. И также для удобства людей мы организовали специальные ящики для передачи показаний, которые открыты в период с 20 по 25 число. Но для этого нужно посетить наши офисы обслуживания. Знакомый живет в Китае и утверждает, что 70% жителей страны – атеисты. Правда ли? Сомневается Николай Шамкин. Нельзя сказать, что китайцы все атеисты, и нельзя сказать, что там кто-то буддисты, кто-то даосы, кто-то там конфуцианство, хотя конфуцианство даже не совсем религия. А китайцы очень прагматичные, верят здесь сейчас, поэтому, если, допустим, свадебные обряды, они больше по конфуцианским традициям проводят, похороны по буддийским, а какие-то гадания на книге перемен по даосским. Нельзя сказать, что они атеисты, они, ну, так же, как и в Советском Союзе, вроде были все члены партии, не верили, но тем не менее яйца красили и куличи делали, да, на Пасху, так же и в Китае. Почему для пенсионеров и инвалидов в расчет берется только один прожиточный минимум, а для женщин с детьми – полтора? Этот нюанс важен Ларисе Ждановой. Если мы говорим о гражданах старшего поколения, это ветераны труда, труженики тыла, дети войны, то эти категории граждан, так же как и инвалиды, им меры социальной поддержки предоставляются без учета доходов. То есть при определении права на те или иные меры социальной поддержки доход у граждан не требуется и с прожиточным минимумом не сравнивается. Почему подмышки так называются? Вопрос не дает покоя Ирине Колчиной. По латыни мышка, мышонок – это мускулюс. А в организме человека вот эта самая подмышка – это, наверное, одно из немногих мест, в которых нет мускулов, и оно находится под мускулами. И вот если брать вот это латинское во внимание происхождение, да, многих названий частей человеческого тела, то, конечно, эту точку зрения можно считать ведущей.